Нас забросили 23 декабря на место полевых работ. Это массив Ломоносова в районе гор Вальтат, земля королевы мод Восточная Антарктида. Значит, работы наши полевые проходили 2 недели, одна из которых выдалась плохая погода. Сразу после того, как мы прилетели, была плохая погода. Значит, буран, 5 дней первых мы просто отсиживались в палатках в лагере. То есть погода не давала вообще заниматься какими-то исследованиями. Но позже погода наладилась, стало светить солнце, и мы начали, значит, вначале производили оценку тех мест, открытых площадей голубого льда, на которых потом надо было производить поиск. Затем, это где-то заняло пару дней, затем мы начали конкретно уже искать, визуально стали искать, значит, камни, похожие на метеориты. И 31 декабря Сергей Малагамба сделал всем подарок, всем, наверное, россиянам с Новым годом, нашел первый обломок метеорита, которого, первый обломок, поясню, который удалось в полевых условиях Михаилу Ларионову сразу определить как внеземное вещество, метеорит. Но мы шли, получается, прочесывали поле голубого льда. И среди больших камней, которые лежали на поле, я увидел маленький камушек. Подошел к нему, и на нем сразу отчетливо просматривалась кора плавления и сколы, и внутренность была немного другого цвета. Я тут же по рации подозвал Михаила, и он уже подтвердил, что да, действительно, это обломок метеорита –